Если говорить формально, до момента вынесения вотума недоверия коалиция существует. Не коалиция, большинство, там называйте как угодно, но не было никакого решения об отзыве, подписи не было. Ну, Порвал все-таки более не подписывал этот соглашение. Я не видел, чтобы Чабан или Гречан порвали это соглашение. Будем подождать, посмотрим, если социалисты проголосуют за отставку правительства, ну, уже какое-то большинство тогда.